Так, беру всех на службу. Сколько рост? 1,90. Красавчик. Сколько? 195. Лазаржок. Ханша? 2,05. О, 2,05. Сколько? 2 метра. Ты чего рублять пошел? Сколько? 2,50. Хорошо. Сколько? 25 сантиметров. 25 сантиметров. Сауле, это к тебе в отдел. Этих наркоманов заберите отсюда. Уважаемые гражданин Казахстана, проголосуйте только за Касым Жомарт Токаева. Наш президент – это залог будущего нашего страны. О, бундаем было бзе. Тебя как через блокпост пустили? What's up, Shishis? Why you pull me over? Just moments, Анастасия Волочкова. Just moments. Gosh. Эй, Мноу, Синсях, ты иностранец? Скажи, чтоб документы дал. This cop wants your documents, Shishis. Shishis, bro, I forgot my document at home. Такой, не иди ты. Когда жюрсун да он да? How do you do drive documents, man? Shishis, what is a document to drive in Kazakhstan? Казахстанда полиция бар экенин билмейт наар го, документ тамам го өмүрүндө. Чё, она не слышала вообще, что ли? Shishis, bro, what's the sign? Иди го, точно го. Иди, иди, бар го, болду го. Всё, ладно, да, жүрөйөк, келеси ирет ұстап жүр документті. Эсе, казахша билесің го, не казахша сөйлемейсің анага? Не ағылшынша сөйлеп отырсың? Менде вообще права жоқ. А, солай ма айтпайсың? Сегодня пусть не повезло девчонкам почему-то, они статистики назло опять придут в субботу, придут девчонки с сторон. Ақша не істеп бір адамға бидар аз деген бар тұр. Айбет бізді просто натурий айын ойды батқан мұсай. Тас керек қой. Блин, опять колу выпили. Хорошо, что я живу в Октау. Поздравляем! Поздравляем! Каракат Абден. Каракат Абден. Ты казашка. Ты казашка. Гордись. Гордись. Мы гордимся тобой. Мы гордимся тобой. Ба! Я не знаю, что я не знаю. А, ну и все.
қалай кіріп алдың? Ішінде еттің сорпасы бар ғой кешегі. Мә, еттің күшігі, мынау не істеп отыр, қараңдар нан. Нан ішінде кешегі сорпа қалған еттен. 5 минут қалдырсаң осы ғой мына, қара не істеп отыр. Ішіне кіріп алып рахаттанып отыр сорпаның ішінде. А? Атата, атата деу керек бұны емес па? А? Аконь? Ужас! Не істей бүлдіргенсің? Әкенің ғаналай бай. Сорылда бағылатыр ана сорпаны ішіңіз. Хорошо, что с тех сорбами со мной. Сегодня есть правовая возможность привлекать их по административным правонарушениям и привлекать им именно таким непопулярным методом, подметать улицы, там, уборку делать. И поэтому вот сегодня я тоже просил, чтобы акимы были готовы обеспечить фронт работы, чтобы завтра, если мы примем норму о привлечении их к общественным работам, чтобы мы могли их направлять. Вот фильм, знаете, вот «Операция Шурика». Огласите весь список, пожалуйста. Огласите весь список. Поэтому у нас должен быть список, у суда должен быть список, куда их направлять, на какую работу.